Популярность и массовость футбола в нашем районе, да и во всем Краснодарском крае, не нуждается в особых доказательствах. Студенты, рабочие, служащие и правоохранители после трудовых будней надевают форму своей любимой команды и выходят на футбольное поле, чтобы побороться за победу. Открытый зимний чемпионат Славянского района по футболу 2022 года – это турнир для сильных духом и по-настоящему увлеченных этим спортом людей. На футбольном поле спортивной школы «Виктория» были созданы условия для игры, и любительские команды с удовольствием здесь играли. В зимнем чемпионате приняли участие не только славянцы, но и спортсмены из Красноармейского, Крымского районов и из станицы Анапской, которая входит в город-курорт Анапу. Мы в Славянском районе на зимнем первенстве первый раз в нашей команде собрались настоящие любители футбола. Проведена куча тренировок. Постараемся сегодня выиграть, сегодня финальные матчи. Конечно, каждая мелочь в футболе важна. Ну и самое главное – это везение. Кому-то везет больше, кому-то меньше. Борьба за призовые места была нелегкой. Приходилось преодолевать не только сопротивление соперников, но и не совсем благоприятные погодные условия. В заключительном туре первенства футбольный клуб «Анапская» выиграл у команды «Славянск» со счетом 5-3. Анастасиевский «Олимп» победил, забив 3 безответных мяча в ворота «Виктории» из поселка Совхозного. С таким же счетом урожай из прибрежного сельского поселения взял верх над командой «Динамо» Славянского РОВД. Напряженная игра троицкого «Нефтяника» и урожая из станицы Ивановской закончилась в ничью со счетом 0-0. По итогам открытого зимнего чемпионата победителем стала команда «Анапская» из станицы Анапской. Для футболистов эта победа стала очень значимой, они впервые добились такого успеха. У нас подобрался в этом году очень серьезный состав. Как бы и молодые ребята чуть-чуть подтянулись. И, конечно же, здесь была и непогода. Вот. Но все-таки мы вывезли, осилили. И думаю, что бойцовский дух присутствует в команде «Анапская», вот, Анапского района. Поэтому спасибо Славянскому району за организацию чемпионата. У каждого свои дела, у каждого свои проблемы, заботы. Но все-таки люди собираются и едут за 100 километров поиграть в футбол. Просто, ну, интересно. Команды хорошие, сильные. Ну, почему нет? У людей просто серьезный настрой. Выиграть вот непосредственно вот такой кубок. Это за 8 лет наш первый кубок. Серебряные медали за второе место получили футболисты Анастасиевского «Олимпа». Они очень старались, но спортивная удача была более благосклонной конопчанам. Упорно шли к победе, совершенно верно шли, но не дошли чуть-чуть, буквально вот в полушаге споткнулись. И что охота сказать? Сказать охота. В этом году турнир был интересный. Результат сделан только тем, что команда имеет дух, команда имеет, там, это не команда даже, можно сказать, семья, которая друг за друга всегда постоит, всегда поборется. Ну, на этом мы выигрываем. Бронзовые медали чемпионата достались игрокам Ивановского урожая. Специальными призами были отмечены лучшие игроки соревнований. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».